Наконец-то наступил этот момент государственного экзамена. Я очень давно ничего не снимал. Сегодня у нас 1 июня, первый день лета. И сегодня мы попробуем... Короче, Боря Толкачев, который вы видели на канале, он делает премию «Вне земли». Я попросил, чтобы мы выступили с нашими песнями. В общем, настал тот день. Let's get litty. Открытие. Сегодня вот рок вдарим вот в этой дыре. Пляж 2.0. Рок. Тень звучка. А почему группа «Пляж» не приехала? Погода, блядь? Да. Я вот пришел в шортах сегодня, буду выступать. Они не приехали. Жена сказала, приду на концерт, они говорят, нет. Я же сорвал спину, не приехал. Если бы ты сорвал спину, ты приехал бы? Я приехал и так. Он бы приплыл. У меня голос сорван, и спина сорвана. Я подумал, его можно было просто на крест повесить. Денис увидели на улице? Да, они пошли за струнами. Давай, у меня ничего нет. Давай, влог Ване Дыбы самый лучший. Давай. Ну он в конце вставит. Нет, давай мы перебивчите. Мы такие пам-пам. Давай. На четыре, пам-пам. Раз, два, три. Пам-пам. Так, все нормально, уроки все сделали, все хорошо. Бля, Герман, малолетки здесь лопастые, они могут их подвывести. Конечно, они тебя отпинают пиздец толпой. Кого, меня? Конечно. Они ничего не получат. Когда последний раз с малолетками дрался? Вчера. Ну что, дорогой, пилочку берешь, да? Малыш, и ноготок сломал. Вот эту ногу бери. Лучше ты этот, я буду на убежим барабанить, так. А ты будешь петь. Без разницы. Пошел, нам будет играть на басу. Все нормально. Мы прорепетируем тут. Это только начинает свой путь. Буквально несколько. Наверное, не знаю. Даже на этот год еще не существует. В конце пути мы найдем ответ. Кому власть даста, а кто уже ответ. Пам-пам! Походу мы сейчас, да? Ой, понял? Да. Группа ваша будет сказать еще больше. Надержи. Они просто называются «Толк», и они просто сейчас будут играть для вас. Это специальные гости сегодняшнего вечера, которые не анонсированы нигде. Первый специальный гость сегодняшнего вечера, которого я приглашаю на эту сцену. И мы ждем ваших аплодисментов, ваших эмоций. Их нас здесь на танцполе. И ваши эмоции. Пам-пам! Всем привет! Привет, привет! Короче, здесь многим, более многим рассказывал, кто сколько играет. Мы играем минут 30, как группа. Но вы присутствуете при удивительном моменте, потому что потом вы можете говорить, что вы были на первом нашем выступлении. Пам-пам! Твоя любовь.
песня. Я буду играть на барабанах второй раз в жизни. Но она вам понравится стопудов. Давай с тобой убежим, убежим никуда. Я стану твой, а ты навек не станешь моя. Давай с тобой убежим, убежим никуда. Я стану твой, ты навек не станешь моя. Или когда-то. Можно зайти и нажать на премию. Был коллектив, 30 минут назад не было. Вот появился, вышли, сыграли. И все. И вот девочки справа уже наш. Остается не так много. У нас скоро последний. Пам-пам! Сейчас консультация по госэкзамену. Да, если есть, то тупые. Это не мои бандиты. Если есть, то тупые. Сдашь экзамен, детка? Вот какой нож? Конечно. Так, все, колбаса ясна какая будет? Нет. Через... Сейчас, нет, сейчас. Мужиков смотрите, голых. Да. Что за мужики? Писюны большие. Мои фотки, что ли, опять смотрят? Твою, твою. А мы сейчас будем делать запрещенные приемы. Все выложу, все выложу, все выложу. Все расскажу. Ваня, выключи свою камеру. Вопрос этот Рамонова мне помогала, потому что она понимает, что все, пиздец. Мы стоим, я говорю, Ваня, уже все. Они ушли курить, я тебе говорю, ну 15 прошло. Ребята, короче, шли, давайте они, групповое фото. Они говорят, где типа это? Я говорю, там еще Ваня, говорю, стоит. Ваня. Я не знаю, что ты наплел. Сюда, кучкуемся. А вы что, не залезли? Я отвечал минут сорок, но ничего страшного. Да, если поставить 4, я буду решить. Вот ты все снимаешь, там госы, госы, сраные госы. Все неплохо. Заворуй, выключи, далеко не уходи, оценишь. Да, а там все, больше никто не пойдет? Нет, все. А ну все, я предлагаю покурить. Никто не хочет сходить покурить? Мы уже все покурили. А я пойду покурю. Вот этот человек только что ответил. Я думаю, что очень плохо ответил, потому что такой херни на нем на самом деле. Я бы на месте комиссии поставил бы себе один. Честно, пока нет. Желудок болит, потому что я не знаю. Это нервы. Нервы? Если глаз дергается, ногу сводит, желудок болит. А мы сейчас похаваем нормально. Колеса ты потом, надеюсь, никуда не выложишь? Выложу. Только это, только это. Только это выложу. Всякую хуйню я писать хочу. Я еще. Хочешь писать? Что хочу? Вообще, да, откуда ты знаешь?
Не ладно. Пятерки сидят. Семь пятерки будет. Тебе тоже будет пятерка. 100%. Если бы не спорил, может быть бы и было. А да, согласен. Что там, пятерка моя готова уже? Нет. Ну что, пятерочки? Пятерочки прилетели. Пять сдали. Как тебе? Тебя что поставили? Пять. И мне пять поставили. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Обязательно ставьте лайк, это очень важно. Вот для меня лично и вообще для продвижения видео выше. Подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии. Небольшое резюме по этому выпуску. В этом выпуске первое наше выступление нашей группы «Толк». Оно доказывает то, что не бойтесь начинать свой первый раз, какой бы он ни был, в чем бы ни было. Потому что если вы когда-то не начнете, вы никогда не продолжите. И второе, я потом дальше еще сниму видео, как я получал диплом, как я защищал диплом. Но здесь ГОСы, кто меня знает, понимает, что для меня это очень важно. 10 лет я пытался закончить университет и наконец-то уже закончил. Когда вы это смотрите, уже время прошло. В общем, ладно, не буду затягивать. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И будьте, блядь, нормальными людьми. Ура, ура, ура.